Здравствуйте! Сегодня 2 февраля 2023 года, и мы находимся в глэмпинге в Azusa Love. Этот глэмпинг является частью инвестиционного проекта Azusa Country Club. В данном глэмпинге мы установили 4 сферы диаметром 7 метров и одну сферу, в которой мы сейчас находимся, диаметром 8 метров. Добрый вечер, Григорий, владелец глэмпинга Azusa Love, который открылся в декабре 2022 года. Мы узнаем у него пару вопросов о планах на будущее и вообще о стройке в целом. Григорий, расскажите, сейчас у вас 5 сфер, 4 семерки, 1 восьмерка. Как прошел первый месяц, как прошел полет? Отлично, я не пожалел, что выбрал вашу компанию, потому что все, что мы задумали, мы реализовали. Особенно интересно было делать восьмерку, потому что она получилась... у нас много чего уникального, мы стараемся делать, но вот санблок с двумя санузлами в куполе, насколько я знаю, никто еще до нас не делал. Да, мы первые. И я рад, что мы это сделали. И особо меня порадовало, что монтаж прошел быстро, без проблем. И, в принципе, все идеально состыковалось. Не было проблем там с проектной документацией, с монтажом. И получилось очень комфортно. Я думаю, что если говорить про другие шатры, да, то я бы тоже, наверное, делал восьмерки, потому что в деньгах расход не намного больше, то есть там буквально проценты, а с точки зрения комфорта и удобства на порядок лучше. Да, организация пространства, мы вот тоже зашли, нам очень понравилось, мы теперь всем будем говорить, что... Раньше мы начинали, берите шестерки, потом была точка Немо семерки, берите семерки, теперь мы все будем говорить, берите восьмерки. Это гораздо круче. Поэтому спасибо, что вы решились на такой, в том числе, эксперимент. Как вам вообще именно сами сферы как конструкция? Я понимаю, что вы их раньше выбирали, но... Меня они всем устраивают, и самое главное, что мы вот сегодня, когда беседовали, спросили у нашего администратора, как люди реагируют на сферы, и гипотеза подтверждается. То есть людям надоели там барны, афреймы, там прочие каркасники. Они хотят что-то необычное. Но я думаю, в ближайшие лет 5 купола еще будут весьма популярны. Ну, а за это время вы придумаете что-нибудь конечно, еще. Конечно, уже придумываем. Уже придумать. Ну, я готов в экспериментах участвовать, я поддержу. Спасибо. Ну да, территория глэмпинга, мы по планам тоже сегодня видели, большая, участок длинный, будет расширяться. Расскажите вот именно о планах развития, что у вас дальше, какие сроки в голове? Все хотим сдать к маю. Все? Да. Весь участок? Весь участок, да. Ну, мы... Никто не верил, что мы это построим за 2 месяца. А у нас проблем здесь было, ну, мы откровенно делились здесь с канализацией, с прокладкой сетей, много проблем было. Сейчас должно пойти легче. Вот, поэтому... То есть вы вот прям в зимнюю историю уже начнете продолжать строить? Мы вот сваи буквально хотим начать крутить в ближайшие дни, недели. Этот вопрос упирается скорее в то, чтобы поступления от инвесторов шли нужными траншами, чтобы можно было это... реализовывать. Ну, в частности, так как уже со многими подрядчиками выстроились достаточно там прозрачные доверительные отношения, мы можем там позволить себе разместить заказы, да, и попасть в сроки, потому что, ну, все хотят к маю открыться, да, и надо еще, чтобы твой заказ тоже был реализован. Не через месяц об этом подумать, а сейчас. Да, да, вы сегодня говорили, планировать строительство надо заранее, тогда все получится точно по плану. А, ну, в глэмпинге в Азузе не только купола, разные конструкции, мы считаем это правильной концепцией развития вообще в целом, чтобы разную аудиторию удовлетворить. А какие у вас еще конструкции в планах по развитию? Ну, пока что вот эти основные меня вполне устраивают. Единственное, что может появиться, ну, во-первых, надо делать наш королевский типик, как мы его называем, двухуровневый, тоже такого ни у кого нет, но вот единственное, с подрядчиком возникли сложности. Надеемся, что скоро уже. Вот, и, возможно, если мы будем внедрять формат с ипотекой, то у нас расширится линейка на более капитальные сооружения, но мы пока об этом думаем. На этом проекте мы будем использовать или уже в следующей локации.
А ресторан вот. Будет? Потому что у вас номерной фон по плану большой? Ресторан... Или оставите, который в основном в Азузу? Ресторан – это наш запрос такой есть, да, и ресторан мы планируем делать. Единственное, надо с самой Азузой нам, с Азузой Country Club, решить эти вопросы для того, чтобы сохранить наши партнерские взаимоотношения. И я не могу сказать ни вместимость его, ни размеры, ни даже формат пока что. Но он, то есть, будет не к маю, он будет, если появится, еще попозже. Да, если появится, наоборот, он тоже к маю должен появиться. Просто вот сейчас надо эти переговоры провести и определиться в ближайшее время. Отлично. Спасибо за честное мнение, честный разговор. Мы тогда к вам обязательно, я думаю, вернемся спустя даже полгода собрать обратную связь, когда у вас уже будет более честная статистика по другим типам сооружений, по заселяемости, по спросу среди гостей. Желаем, конечно же, развития. Вазу за лав. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.